знаем, что сейчас ведутся весьма оживленные дискуссии среди стран, членов Альянса, в преддверии, тем более в преддверии саммита НАТО. Мы знаем, что существуют разные точки зрения на этот счет. Мы знаем, что киевский режим пытается оказывать на всех давление самыми различными способами, с тем, чтобы как можно больше стран в преддверии этого саммита продемонстрировали свою солидарность по этому вопросу. И вы знаете абсолютно понятную и последовательную позицию Российской Федерации о том, что членство Украины в НАТО будет иметь очень и очень негативные последствия для всей архитектуры безопасности, и так полуразрушенной архитектуры безопасности в Европе, и абсолютно будет абсолютной опасностью, угрозой для нашей страны, что потребует от нас